С 19 по 29 марта в Славянске на Кубани проходят финальные соревнования первенства России по баскетболу среди команд юношей 2000-2001 года рождения. На этой неделе состоялось открытие финальных соревнований. Побывали там и наши корреспонденты. Изобретение американского преподавателя физкультуры Джеймса Нейсмита подарило всему миру динамичный вид спорта – баскетбол, который не оставляет равнодушным никого. Впервые в Славянске на Кубани проводятся соревнования по баскетболу всероссийского уровня. Наш город для проведения соревнований такого масштаба был выбран не случайно. Ведь именно Славянск на Кубани считается спортивным городом и имеет отличную спортивную базу. 16 лучших команд российских прибыло к нам в наш красивый, маленький, но спортивный город. Потому что сегодня прекрасная база, отметили команды, которые к нам приехали. А мы видим, что это две московские, Московская область, две команды из Санкт-Петербурга, Красноярск, Енисей, то есть Иркутск. То есть, ну, география очень широкая. И в основном это города, если вы заметили, это все почти областные центры. То есть для Славянска это, конечно, большущее событие, огромное событие, баскетбольный праздник. И мы в этой эйфории, можно сказать, будем находиться 10 дней. До 29 числа это все будет проходить на наших аренах. Перед началом соревнований в спорткомплексе «Лидер» состоялось их торжественное открытие. Поддержать баскетболистов, поприветствовать гостей и пожелать успешной игры пришел глава Славянского района Роман Синеговский. Хорошее настроение и поддержку командам создавали болельщики, ребята из школ города. Краснодарский край на чемпионате России представляет команда «Локомотив». В день открытия они играли с московской командой «Глория». Нашим в первый день игр удалось победить. В состав команды «Локомотив Кубань» входят и двое наших славянских баскетболистов Данил Рокчеев и Данил Мушинский. Данил Рокчеев рассказал, что в этот вид спорта его привел 3 года назад папа. И с тех пор Даниил стал участвовать в соревнованиях по баскетболу. На одной из игр его заметили и пригласили в сборную Краснодарского края «Локомотив Кубань». На вопрос, как удалось победить сильных соперников, Даниил ответил. Это самая сильная, как бы, в России команда, «Глория». Ну, то есть мы «Локомотив», как бы, даже в восьмерку не входили, а с этого года изменился тренер, стали лучше играть и все. Ну и вот, как бы, настроил нас и выиграли. Игры будут проходить до 29 марта в спорткомплексе «Лидер» и спортивной школе «Триумф». За время соревнований у ребят из разных регионов страны будет возможность не просто побороться за звание победителя первенства России, но и набраться опыта, пообщаться друг с другом. Приходите поболеть за одну из 16 лучших российских команд. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».